Баба Вера, как всегда, с вами. Тут мне в Инстаграм написали девочки из Казахстана. Девочки являются там, девушка является солисткой. Она долго шла к своей мечте, пишет. И с 2014 года все пыталась сделать клип. И вот, наконец, дебютный ее клип. Пожалуйста, посмотрите. Ну что, давайте посмотрим. Ничего не могу сказать, но хочется посмотреть. Я вообще люблю, когда чем-то занимаются, увлекаются, люди идут к своей мечте, у них получается. Давайте посмотрим вместе. Видно, что работа первая, немножко сыровата. Ну, в смысле, как? Очень эффектов много. Они скрывали вот в танцы ваши, они скрывали этот, вот на них это мелькание, сверкание, оно отвлекало. Может быть, меньше было бы, лучше смотрелось. Ну, это я так. Знаете, сравнивать первый дебютный клип с великими певцами, то могу говорить и говорить. Ну, а если смотреть, что это первый дебютный клип, что девочки стараются, неплохо, неплохо, хочу сказать. Есть над чем вам поработать.
И дай вам Бог успехов, процветания. Дай Бог, чтобы ваши пошли, чтобы у вас миллионы просмотров были. Я с удовольствием. Не знаю только, о чем песня. Прослушала, языка не знаю, извините. Но знаю украинский и русский. Что сделаешь? Так что дай Бог успехов, процветания, миллионы просмотров. Пока-пока. До новых встреч. Дуганы сужо доробей, аромей, майк чабом губ сужо яробей, боробей. Там одни 것들 색이 여러 개, 모두 벌써 씹어 죽겠다, 에이 저녁에.